Друзья, всем благоприятного дня, день 18, дневник благодарности. Продолжаем делать 10 благодарностей себе каждый день. На своем опыте я обратил внимание, что в мою жизнь стали приходить много новых возможностей, благодаря тому, что я благодарю каждый день. Сегодня день 18, как я не пропустил ни одного дня и замечаю изменения в своей жизни. Начали появляться новые клиенты, новые возможности, стало приходить больше денег. Обязательно делайте тоже благодарность каждый день. Фокусируйтесь на том, что у вас есть в вашей жизни. Цените то, что у вас есть, то, что с вами происходит, какие события. Обращайте внимание на каждую мелочь в вашей жизни. И вы увидите, как ваша жизнь будет становиться с каждым днем все лучше и лучше. Это уже проверено, и это работает. Я проверяю это на своем опыте. Итак, я надеюсь, вы записали свои 10 благодарностей. Я это тоже сделал. Начнем. Первое. Я благодарю себя за то, что рано проснулся. Я благодарю за то, что пью воду каждый день по 2,5 литра в день. Третье. Я благодарю себя за то, что зашел в свой интерактив брокерс и посмотрел там инвестиции, купил ценные бумаги. Четвертое. Я благодарю себя за то, что съездил сегодня на съемку и мы сняли сегодня крутые шоты для своих клиентов. Пятое. Я благодарю за то, что со вчерашней съемки клиент остался довольный, сделал для него крутые видосы, и ему очень понравилось. Я закрыл эту сделку. Шестое. Я благодарю за то, что сегодня было супер крутое настроение, за то, что мы пообщались со своими клиентами, посмеялись, запланировали новые дела. Седьмое. Я благодарю за то, что запланировал поход в спортзал и за то, что я могу себе позволить ходить в баню, в бассейн. Восьмое. Я благодарю за звонок подруги, с которой мы обсудили плюсы и минусы общения с клиентами. Девятое. Я благодарю за то, что мне поступило предложение заняться танцами и ходить на танцевальные направления по бачате и зуку. Я давно это хотел, и я за это благодарен, за то, что у меня есть такая возможность начать это делать. И десятое. Я благодарю за то, что сейчас пойду встречаться с другом, и мы обсудим еще новые темы, и он мне откроет новые возможности, новые видения на тему духовности и эзотерики. За это я очень благодарен. Друзья, надеюсь, вы тоже будете благодарны за то, что с вами происходит в течение дня. Обязательно фокусируйтесь на всем положительном, и вы увидите, как ваша жизнь будет становиться все лучше и лучше. Вот весь секрет в том, чтобы не обращать внимание на негативы, на минусы, да, которые с нами происходят. Из всего извлекать уроки. Это очень важно, потому что, по сути, любое наше отношение – это либо принятие, либо непринятие той или иной ситуации. Если у вас происходит что-то плохое, ваше право обращать на это внимание, либо понизить значимость и пропускать мимо себя. Так что любую проблему мы сами раздуваем, и также с благодарностью мы можем увеличивать свое внимание и фокус на более позитивных моментах в нашей жизни, нежели на негативных. Тем самым мы притягиваем в свою жизнь еще больше лучшего и хорошего. Друзья, я очень рад, что вы тоже со мной благодарите мысленно, либо письменно, в любой удобной форме. Обязательно записывайте свои 10 благодарностей в дневник, либо под видео. Я обязательно все просмотрю и отвечу. Ну а я благо принимаю, приумножаю и возвращаю. Увидимся завтра.